Всем привет, с вами... Да, спасибо. Всем привет, с вами То и канал SCENFORGE. Сегодня будем проходить новый квест в Фейбле. Так, и чё ж у нас осталось-то? Пещера хобов. И боним. Поним брать не будем. Так, пещера хобов. Информация о задании. Бабуля, живущий в чещёбе, жалуется на исчезновение любимого внука. Пойдем спасем. Так. Возьмем портал. Лагерь 2 ножа. Чещебный портал. Вот, нам нужно сюда. Бабуля, встречай нас, мы идем. Хобы. Терпеть не могу хобов. Они такие мерзкие вообще. Да, кстати, с этим квестом связана одна любопытная вещь. С помощью этого квеста можно качать количество ключей серебряных. Да-да, у нее ослышались. Именно серебряных ключей. Но для этого нужно рестартиться на одном определенном месте, возвращаться, опять копать ключ и так далее. Повторять это можно до бесконечности. Ну, сейчас покажу, где именно копать ключ. А вы сами уже решите, делать это или нет. Розовый домик. Автосохранение. Сейчас посмотрим. Поговори с бабушкой, живущей в розовом домике в чещёбе. Пошли поговорим. А розовый домик-то где? Это и есть розовый домик? Чуть не особо. Джеймс, это ты? Нет. О, Джеймс, мой внук, вы должны его найти. У меня кроме него никого нет. На ведьму похож. Мальчик, помощник, мне без него не справиться. Я знала, что так случится. Он опять пошел в пещеры. Я так и знала. В прошлый раз он там в пещерах такого страха натерпелся, но зато принес оттуда немного золота. И еще кое-что нашел, пока там бродил. Не знаю, что это такое, но вам может пригодиться. Вот. Шестиугольный ключ. Да, думаю, пригодится. Пожалуйста, найдите его. Не знаю, что мне делать, если с ним что-то случится. Молодец, и дверь закрыл. Коза. Так, так. Пойдем с дверью хоть поболтаем. Привет, дверь. Я не открываюсь на первом свидании. Слишком часто разбивали мне сердце. Я впущу лишь того, кто меня действительно любит. Сейчас посмотрим. Вроде у нас были подарки. Короче, скажу так, чтобы дверь открылась. Нужно подарить ей подарок. Но мы пока этого делать не будем. Потому что у нас подарков-то нет. Вот так вот. А так можно ей подарить шоколад, и она нас сразу впустит. Иду я к хобам под гору. Ага, порыбачим. Одно другому не мешает. Давай! Тынис! Да! Лунная рыба, длина 17 сантиметров, вес 27 граммов. Ништяк. Что-то с ними делать надо, а чё уж и не помню. Но ничего, мы потом обязательно разберемся. А
Оставь надежду всяк сюда входящий. Нам сюда и надо. Ну чё, рубим кусты. Ух ты! Чё-то они его прям накатали. Эй! Да тут любят пожрать. Корни с потолка торчат. Я тут заперт. Боковая пещера. Эй, блин, маленькие ублюдки, вы что ж творится-то? Их еще понабежало-то. Ха! Как вам, козлы? Не нравятся уроды. Спасибо, кореш. Задолбал ли меня тут сидеть у хобов в клетке? Да вы с ребятами полезли по пещерам сокровища искать. Говорят, их тут до ядре не фени. Бандит. О, хобы их сторожат. Поймали нас, по клеткам рассажали. И по одному забирать принялись. Я ж не знаю, что они с парнями сделали, но криков было, ёж, кто мать родная. Хотя меньше народу, больше доля, а? Ну ты урод, блядь. Пойти? Не пойдем мы с ним. Плохой. Ты плохой, блядь! Не воруй! Жулик, не воруй! Блядь, попробуй что-нибудь своровать. Я вернусь и нахерачу тебе. Пещеры такие здоровые. Я джедай! Ух ты. Тут можно уже двух сразу долбать. Да у меня все на исходе. Они вообще мощные какие-то. В прошлый раз они не были такими крутыми. Рыба. Да, именно рыба. Длина 23 сантиметра, вес 13 грамм. Блин, длинная и худая. Они еще рыбачат, добавят. Да, неплохо позабавились. Не переживай за меня. Я в порядке. Попробуй поднять боевой множитель и все. Я стараюсь, стараюсь. Фух, все. Герой, твоя магия на исходе. Кроме еще одну дверь. Пещерная кладовая. Ай, как вас много! Надо что-то мощней. То грёбаные хобы вообще достали. Ну вот и все. Такое... Крепление. Неожиданно. А, и цыпленка. Не хочу есть цыпленка. Вот и замечательно.
5 серебряных ключей. Капец, у меня ни одного нету. Нет, у меня есть, по-моему, 2 или 3. Все равно недостаточно. Надо будет набрать потом. Боковая пещера. Я, похоже, не туда иду. Точно, не туда. Блин, да в них так сложно разбираться. Вот запрешься сюда, будешь ходить, искать. Откуда пишу, куда пришел. Зато прокачаемся, как круто-то. Немерено. 10 золотых нашли. Ха-ха! Я из хрена в него стрелял. Правда, ни хрена не попал. Ну-ка, еще раз попробуем. А, все-таки из рук. Остановись! Еще 10 золотых. Главный зал. Эй, вы уроды, внука не видели? Блин. Блин, давай, меси их всех, вали всех, никого не жалей. Как много врагов. Ага, один ты, жердяй. Ну, с тобой-то я быстро разберусь. Тут у кого-то трон был. Грибочки у вас тут какие, как у вас красиво тут. 500 золотых, отлично. Что тут? Еще 500 золотых. Пламя. Ой, я богат. Так, вот не отсюда ли я пришел? Да вроде нет. Лунный тоннель. Вот это я помню. Блин, нам же отсюда еще выбираться. Это ж сколько по времени-то, а? Люди, надеюсь, вы это все посмотрите. Пещера Средоточие. Ё-моё, сейчас же какая-то хрень вылезет. Точно. Ну, ты их воду. Ё-моё, ты чё за нахер? Чего ты хочешь? Хочешь забрать ребенка? Я не отдам его. Жертва должна быть принесена. Приведи мне другого, и я отпущу этого. Вытащите меня отсюда! Давай бодаться. Готовься познать мой гнев. Я не хочу умирать! Гнев познать. Что ты, блядь? Не таких мочили. Так, давай меняем магию и жарим ее. Все, коза, не нравится?
Продолжаем дискотеку, развлекаемся. Давай! Давай же, блять, как вас много! Мне же их всех еще увалить. Беги, 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 беги. Беги, беги, беги. Ай-яй-яй! Мной бегут. Не в того лупишь. Так-то. Еще одно зелье. Ага. А теперь... Эй, не мочить пацана, козлы! Ты мой пацан, найдите себе своего. Кто орёт, хей? Ты, ты что ли? Пацан орёт, хей! Стой ты! Чуть не утопил, козлина. Сколько ж я хобов уже убил. Еще остались. Так, а из этой дурты ничего не вывалилось? Надо посмотреть. Факел дай только. Ничего нету. Так, тут тоже. Склонись! Вот так вот, сынок, нужно закалывать хобов. Все, теперь боль у нас. Нечего здесь больше делать. Сколько же у меня опыта? Сейчас, наверное, тут тоже что-нибудь повлазит. Да вроде нет. Я думала, этот вор меня слупает. Да я тоже думал, честно говоря, чувак, так что вообще ничего. Эй-эй-эй, не трогай, пацана! Да не трогать пацана, я сказал. Все, фух. Отбились, пошли, пацан. Жиртрест этого сейчас завалим. Пошли, я и не хотел сюда соваться.
Да-да-да, я тебе верю, парень. Главное выбраться отсюда. Ох, сейчас их опять будет. Нам надо отсюда выбираться. Да нет, вроде и нету. Имущество. Вещи, так, зелья. Так. Ты всех хобу перебил? Их тут целая толпа была. Блин, да, реально толпа. Хватит мною командовать. Все, я сказал. Мама! Ага! Как гребаные хобы пришли, так сразу мама. Тусуем, чуваки. Нормально. Не ссать, тихо. Не трогать пацана! У меня боевой множитель, реально. 23 уже. Отстань от пацана! Тихо. Так, имущество, оружие, вещи, цели. Так, вроде как бы как-то можно их поить. Так. Может быть так. Оружие, вещи, зелье. Ровью, блин, как ж. Блин, как бы это... Помоги! Мама! Прошу! Помогите! Мама! Фух, какой сложный квест. Не сюда, надо вверх, по лестнице. Пошли. Смотри, видишь свет? Да, чувак, я с тобой согласен. Все, почти выбрались. Почти выбрались. Ох. Ура. Все, пошли. Его никогда не увижу. Пошли к твоей бабке. Блин, надеюсь, она нам что-нибудь даст. Кроме пирожков, конечно. Вот уже и дом рядом.
Да, точно туда же. Шли. Фух, как хорошо, что ты выжил, парнишка. Розовый домик. Наконец-то мы дошли. Вот Парень, так вот, ребята. Ты же мне сны не оставишь? Ты думал, это нимфа злая? Да моя бабка в 100 раз хуже. Как по-твоему, чья это была идея, чтобы мне в пещеры лезть? Нет, я тут надолго не задержусь. Сбегу при первой возможности. Только сперва вещи прихвачу. А ты, наверное, награды дожидаешься? Только не говори ей того, что я сказал. Ну, пошли. Теперь недалеко. Вышли. Пойду посмотрю, где бабушка. Ах, спасибо, что вернули мне внука, герой. Да не за что. Джеймс, иди сюда, обними бабушку. Голова хоба. Награда гильдии 5500, призовых 1300, славы, экстра славы, ох, вообще. Эй, что происходит? Остановись немедленно. У меня есть для тебя работа. Куда ты убегаешь? Джеймс, я кому сказала? Сундук. Пятьсот золотых. Эй, бабка! Да ты нам врала! Клумба, клумба, клумба. Где ты здесь был? Где-то здесь была круглая клумба. Ага. Вот, народ. Перед этим квестом, чтобы... Если вам нужно накопать дохренище серебряных ключей. Короче, берем квест у бабки. Идем, копаем вот эту хрень. То есть, перезагружаем сохраненную игру. Ключ у нас остается. Опять можем, даже не подходя к бабке. Можем, ну хотя можно подойти к бабке опять. Подходим сюда и копаем еще один ключ. Вот, смотрим. Та-да! Я же говорил. И так можно копать, сколько влезет. Ну, мне пока не влазить, так что забить. Ура! Ладно, на этом я заканчиваю. А с вами был то специально для канала SceneForge. Всего вам хорошего. Надеюсь, я вам не сильно наскучил. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.